Показатель военной мощи России. Большой противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков вновь принял гостей из Щелковского района. В составе делегации 7 человек, представители районной администрации, советов депутатов города и района и творческих коллективов. Щелковцев и экипаж моряков связывает давняя дружба. Шефскую помощь кораблю наш район оказывает с 1998 года. А в этот раз дружественная связь еще больше укрепилась. Стороны подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве. Мы подписали именно бессрочный договор, потому что, разговаривая уже с экипажем, с командным составом, они, конечно, из всех муниципальных образований, которые были там, в Североморске, они выбрали именно Щелковский муниципальный район. Это очень радует, и, честно говоря, это какая-то большая ответственность на нас. Вице-адмирал Кулаков базируется в Североморске, поэтому щелковская делегация смогла не только познакомиться с бытом моряков на корабле, но и посетила множество интересных и знаковых для Северного флота мест. Мы посетили в Мурманске мемориал погибшим воинам-северноморцам, возложили цветы. Это традиция. Музей авиации Северного флота полностью реставрированный, и где собраны все летные аппараты, которые когда-то трудились, назовем это так, на Северном флоте. И нам показали именно вот эту базу, где находится наш подводный флот. Мы были на двух наших кораблях, флагманах. Можно сказать, это Россия, это адмирал Кузнецов и атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск». Вот здесь, конечно, впечатления очень большие. Нас провели по всем 9 отсекам, рассказали, показали, как живут, как работают, какие вахты, где кто стоит. Посмотрели именно вот даже тот же самый реактор, все спасательные средства, вооружение и саму организацию именно вот этой вахты, когда они стоят на рейдах. Что касается быта нашего подшипного корабля, да, мы находились, корабль стоял на рейде, мы жили все 4 дня на корабле, мы увидели весь быт, именно распорядок дня, он практически 24 часа, люди точно так же несут вахту. Мы были на концерте, посвященном Дню военно-морского флота, где участвовало очень много делегаций со всей России. Очень много было поздравлений, сам красивый концерт был. В очередной раз в гости к морякам наша делегация приехала не с пустыми руками. Поздравив экипаж с Днем военно-морского флота, вручила ценные подарки. Продолжая оказывать шефскую помощь, в этот раз щелковцы обещали отремонтировать пищеблок и столовую для матросов. Создание комфортных бытовых условий очень важно для моряков, ведь корабль часто несет службу вдали от родных берегов. Не так давно экипаж вернулся с боевого дежурства из Сирии. В прошлом году корабль принял участие в антинаркотическом учении «Аравийский муссон-2015». Также моряки отработали взаимодействие с кораблями военно-морских сил Пакистана. В нашем районе, понимает вице-адмирал Кулаков, один из самых ходовых кораблей Северного флота, защитник морских рубежей России. И дружественные связи позволяют и Щелкову помогать морякам выполнять их непростую работу. Вице-адмирал Кулаков – это флагман, можно так сказать, Северного флота, Кольской флотилии, потому что по всем боевым показателям он занимает одну из лидирующих позиций. И команда, которая там, я уже подчеркивал это очень сплоченный экипаж. Это люди с высокой буквы, можно так сказать, моряки и достойные, кажется, граждане Российской Федерации, которые защищают вдалеке наши рубежи. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».